Воспитанники Чувашской спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 Лана Прусакова и Дмитрий Мулинзеев стали победителями этапа Кубка Европы по фристайлу. В минувшую субботу в Польше прошли соревнования в дисциплине «Биг Эйр». Продемонстрировать свое мастерство и завоевать трофеи международного турнира собрались ведущие спортсмены планеты. Дмитрий Мулинзеев обошел спортсменов из Швейцарии и Финляндии. Лана Прусакова с отрывом обогнала сокомандницу из России и участницу из Украины. По результатам сложных состязаний оба представителя Чувашии выиграли золото.